Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Молодую женщину, мать двоих детей, обвиняют в убийстве ее мужа. По версии прокуратуры, мотив преступления – корысть. Однако в ходе процесса выясняются новые обстоятельства. Что толкнуло женщину на столь страшное преступление? И виновна ли она в нем? Прошу всех встать. Суд идет. Здравствуйте, господа. Прошу вас, садитесь. Судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается уголовное дело по обвинению Ирины Васильевны Воробьевой в совершении преступления, предусмотренного пунктами ДЗ, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в убийстве, совершенном с особой жестокостью и с корыстных побуждений. Ирина Алексеевна, как у нас с явкой свидетелей? Ваша честь, все свидетели явились, они ожидают вызова. Благодарю вас. Подсудимая, встаньте, пожалуйста. Назовите свое имя. Воробьева Ирина Васильевна. Когда и где вы родились, Ирина Васильевна? В Москве в 1970 году, 1 ноября. Адрес вашего места жительства? Улица Дыбенко, 44, квартира 121, в Москве. Ваше семейное положение? Я вдова. Место работы? Я работаю кассиром в пункте по обмене валюты на полставки. У меня ребенок больной. И подрабатываю, мою полы в школе, где учится старший сын. То есть у вас двое детей? Да. Копию обвинительного заключения вы своевременно получили? Да. Прошу вас, садитесь. Ксения Ивановна, встаньте, пожалуйста. Вас зовут Ксения Ивановна Воробьева, правильно? Когда и где вы родились? Я родилась 20 февраля 1944 года в Киеве. Вы работаете или вы на пенсии? Нет, я не работаю, я пенсионерка. Садитесь, пожалуйста. Уголовное дело рассматривается под председательством федерального судьи Сергея Анатольевича Пашина. Государственное обвинение поддерживает старший советник юстиции и прокурор Марина Борисовна Улищенко. Андрей Геннадьевич Князев осуществляет защиту подсудимой. Это квалифицированный адвокат. И секретарь судебного заседания Ирина Алексеевна Долгова. Подсудимая, встаньте, пожалуйста. У вас отводы будут к кому-то из названных лиц? Нет. У защитника? Нет, Ваша честь. У потерпевшей? Нет, Ваша честь. Марина Борисовна, у вас? Нет, Ваша честь. Благодарю вас. Подсудимая, пожалуйста, внимательно выслушайте разъяснение ваших прав. Вам принадлежит право на защиту. Это значит, что в процессе вы представлены адвокатом, но можете и лично активно участвовать в судебном разбирательстве. Mm-hmm. Вы имеете право заявлять ходатайство, приносить жалобы, в том числе обжаловать приговор, возражать против моих действий. В конце судебного разбирательства вы получите возможность обратиться к суду с последним словом. Вам понятны ваши права? Да. Mm-hmm. Прошу вас, садитесь. Будут ли у сторон ходатайства до начала судебного следствия? Нет, Ваша честь. Нет ходатайства, Ваша честь. Постановляю перейти к судебному следствию. Слово предоставляется старшему советнику юстиции Марине Борисовне Улищенко. Ваша честь. Обвинение докажет, что подсудимая совершила умышленное преступление. Она убила человека, с которым прожила в браке много лет. Убила ради того, чтобы завладеть квартирой. Предыстория данного преступления такова. Погибшие подсудимые прожили вместе 13 лет. В браке у них родилось двое детей. Семья, по показаниям свидетелей, долгое время жила дружно. Инициатором ссор в семье стала именно подсудимая. Некоторое время назад Ирина Воробьева познакомилась и стала встречаться с Иваном Андреевичем Ивняком. У них завязался роман. Подсудимая решила уйти из семьи и связать свою жизнь с новым знакомым. Она подала на развод с мужем, погибшим Воробьевым Дмитрием.
Погибший свое согласие на развод дал. Однако ситуация осложнилась с жилищной проблемой. Все дело в том, что квартира, в которой прописана и проживает семья Воробьевых, супруги и их дети, принадлежала родителям погибшего. Сама подсудимая собственным жильем не располагает. Разменять имеющееся жилье без доплаты практически невозможно. Это двухкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Доплату ни один из супругов предложить не мог. Да из-за квартиры лишить меня сына! Ксения Ивановна, пожалуйста, не перебивайте государственного обвинителя. Продолжайте, Мария. Новый возлюбленный подсудимый также не располагает жильем. Он иногородний. Поэтому подсудимая решила избавиться от мужа. Причем на следствии она заявила, что случившееся было не убийством, а самообороной. 16 декабря 2004 года Дмитрий Воробьев вернулся домой около 5 часов вечера. Подсудимая затеяла очередной скандал, требуя, чтобы ее муж переехал жить к своим родителям, а ей с детьми оставил квартиру. Погибший отказался. Он лег на диван в спальне супругов и заснул. Подсудимая взяла чугунную сковороду и стала наносить удары по голове жертвы, своего бывшего мужа. По результатам экспертизы Воробьев погиб в результате многочисленных черепно-мозговых травм. Напоминаю, что подсудимой предъявлено обвинение по части 2 пунктам ДЗ статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Благодарю вас. Подсудимая, встаньте, пожалуйста. Ирина Васильевна Воробьева, понятно ли вам предъявленное обвинение? Да. Признаете ли вы себя виновной? Если бы вы знали, как мы жили... Нет. Я не признаю себя виновной. Я защищалась. Расскажите, пожалуйста, каковы были ваши отношения с покойным супругом Дмитрием Кирилловичем? Ну, первые 2 года мы жили хорошо. Да, хорошо. Ну, а потом начался весь этот ужас. Он стал выпивать. Да стал... ты сама ему наливала. Наша семья он вообще стал... не пьющая. Как он Ксения, стал... прошу навести порядок. Ксения, он стал... пожалуйста, не мешайте подсудимой издеваться надо мной. И практически... каждый вечер он издевался надо мной, бил и насиловал меня. Андрей Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, а как часто муж вас бил? Бил? Ну, это мягко сказано. Он, вы знаете, он работал в милиции, и на мне он отрабатывал незаметные удары. Он ударит меня по почкам, я потом всю неделю кровью хожу. Знаете, он ненормальный был, злой, жестокий. Он изобьет меня, а потом целует и говорит, это я от любви. А дальше стало все хуже и хуже. Куда уж хуже-то? Чего хуже стало? Хуже некуда, по-моему. Ну, вы знаете, он перестал быть человеком, когда его из милиции уволили. Да не увольняли его из милиции, он сам ушел. Синий зачем Иван, говорить неправду? Делаю вам замечание. Ну, тогда он попал в запой на 1/2 года. Я пыталась его лечить, я его кодировала, но это все бесполезно. А потом я забеременела Сашенькой. И вроде он остановился. Но зря я надеялась. Но ведь в вашей медицинской карте, как мы смотрели, нет таких записей о том, что у вас побои были, вы жаловались, что муж вас избивает, телесные повреждения не фиксировались? Я хотел бы в ответ сказать, да, что другие-то записи есть. Да, побои не написаны, написаны травмы внутренние органов. Уж не знаю, как моя подзащитная объясняла, наверное, как-то это. Ну, я стеснялась, я... говорила, что я с лошади упала или с лестницы, и мне стыдно было. Между тем, вот за 10 лет 22 обращения к врачу, и все по поводу вот этих травм, да, тут ни насморк, ни простуды. Поэтому я думаю, что как раз слова моей подзащитной полностью подтверждаются. Она никаким спортом не занимается. Суд принял во внимание ваше уточнение. Еще вопросы будут, Андрей Геннадьевич? Да, расскажите, пожалуйста, вот рассказали вы о действиях мужа, а ваши отношения с мужем улучшались, ухудшались? Мои отношения, они ухудшались. Понимаете, когда родился Сашенька, а Сашенька родился инвалидом, и муж пришел ко мне в роддом Дима,
Он пришел пьяный. И он сказал, что опять ты... что ты выродка родила. А Дима... И у него появился такой страшный аргумент, кроме кулака. Это Сашенька. Он мне звонил на работу и говорил, если водки не принесешь, я убью твоего маленького урода. Воды отхлебните, станет немножко легче. Ну вот. Что-то пытались сделать с болезнью мужа? Да, я его пыталась лечить, я его кодировала, но это все бесполезно, и он даже на кодировку он запивал. Решите вопросы к подсудимой. Скажите, пожалуйста, а в каких отношениях вы состояли с Иваном Андреевичем Ивняком? Ну, я собиралась за него замуж. Я люблю его. Понятно. А скажите, это вы инициировали развод в своей семье? Да. Вы знаете, я пришла к своему мужу и сказала, что я так больше жить не могу. Постоянных побоях и в страхе. И вы знаете, я даже вещи собрала. А он очень странно отреагировал. Он смеяться стал и сказал, ну и вали. Огородами все равно жилплощадь моя. А мне и квартиры-то никакой не надо. Я просто уйти хотела. Ваша честь, но вот в связи с показаниями подсудимой, я хотела бы обратить ваше внимание на листы дела 2933. И хотя она говорит о якобы бескорыстии, но там имеются многочисленные ее документы. Обращения в муниципальные органы власти, в опекунский совет, в риэлторские конторы. О том, она просит совета и просит помощи, как ей разменять квартиру. И причем она ставила вопрос даже о том, чтобы выписать мужа из этой квартиры, а квартиру оставить ей и детям. И у меня в связи с этим вопрос будет к подсудимой. Скажите, пожалуйста, вот если вы так бескорыстно хотели уйти, почему же вы требовали размена квартиры в свою пользу еще и хотели мужа жилья лишить? Ну как вы не понимаете? Ну у меня же дети. Ваша честь, разрешите, вот давайте теперь перейдем непосредственно к событию. Успокойтесь, пожалуйста. Расскажите, что произошло у вас в квартире 16 декабря 2004 года. Дима пришел домой, пьяный. Саша спал. А потом я не помню. Ирина, как себя чувствуете, Ирина? Ваша честь, я просил бы прервать допрос, отложить в связи с таким состоянием подсудимый, впоследствии продолжить, когда придет человек в себя. Как вы себя чувствуете? Ну что же, допрос в таком состоянии, конечно, невозможен. Правильно, коллега? Да. Не будет возражений, нет, да? Не возражаю. Садитесь, пожалуйста, Ирина Васильевна. Возьмите себя в руки, пожалуйста. Давайте послушаем потерпевшую. Ксения Ивановна Воробьева. Расскажите, пожалуйста, какие отношения были в семье вашего сына? Да Дима любил свою жену. Он все, то Ирочка то, то Ирочка сё. Все для нее делал. Она вообще вертихвостка. Он ослеп вообще от своей любви, ослеп. А я с самого начала видела, что она именно выходит замуж только из-за жилья. Скажите, пожалуйста, спиртные напитки выпивал ваш сын? Ну как пил? Как и все пьют. Аннет, она на него все сваливает, чтобы огородить себя. Она может его назвать и алкоголиком, все что угодно. А пусть она о себе расскажет. Вот Павел, старший сын, он здоровый родился. А почему у нее второй сын, Саша, родился больным? У нас среди наших... Среди нашей родни нет людей с таким заболеванием, детским центральным параличом. Потому что это не от него, не от моего сына. Как вы можете? Он ваш внук. Да если бы он был мой внук, ты мне мозги не пудри, я тебя вижу всю насквозь. Ваша честь, давайте мы все-таки, вот я хочу поближе к событию.
Скажите, пожалуйста, а вот накануне преступления вы общались с сыном? Да, он мне позвонил, так в начале, пришел с работы, в начале 6-го. Он мне позвонил и сказал, что, как всегда, есть совершенно нечего, потому что она готовила раз в год. Ей не до этого было. Все гулянки, все с ухажером. Вот честь, решите. Я хотел бы просто в противовес потерпевшей горе, которое, конечно, я осознаю, но, тем не менее, необходимо быть объективным. Хотелось бы продемонстрировать фотографию, которая была выполнена, как я понимаю, погибшим мужем, где изображена подсудимая, избитая, плачет, синяки, кровоподтеки. Как следует из показаний моей подзащитной, он заставил ее сфотографироваться вот в таком виде несколько лет назад. И также есть у нас заключение эксперта о том, что фотография выполнена именно в этот период, а уже не после, как бы, смерти. Я просил бы приобщить и учесть это при вынесении решения. Постановляю ходатайство удовлетворить. Молодую женщину, мать двоих детей, обвиняют в убийстве ее мужа. По версии прокуратуры, мотив преступления – корысть. Однако в ходе процесса выясняются новые обстоятельства. Что толкнуло женщину на столь страшное преступление? И виновна ли она в нем? Еще какие-то вопросы потерпевшей будут? У защиты, у обвинения? У меня тоже будут к суду обращения. А потерпевшей вот мне... не будет? Нет. Тогда ваш допрос, Ксения Ивановна, завершен. Прошу Дело вас. В том, что мне тоже вот потерпевшая передала фотографии для того, чтобы я, как обвинитель, представила их суду. Это вот из семейного архива Воробьевых. И здесь изображена подсудимая, вот ее погибший супруг, ребенок, свекровь. И, в общем-то, по этим фотографиям видно, что она вполне счастлива и довольна. Подтверждаете, Ксения Ивановна? Да, конечно, они жили нормально. Не будет возражений против приобщения? Нет возражений, вначале жили нормально. Постановляю удовлетворить ходатайство обвинителя. Да, и я хотела бы еще представить некоторые доказательства по делу. Да, прошу. Это первое доказательство с места преступления была изъята вот эта сковорода, которые, как обвинение считает, были нанесены потерпевшему смертельные удары. Вот на ручке этой сковороды были найдены отпечатки пальцев, принадлежащие подсудимой. Других отпечатков пальцев не обнаружено. И есть заключение дактилоскопической экспертизы из дела 72. А на дне сковороды вот следы крови, которые по групповой принадлежности совпадают с кровью потерпевшего. Тоже имеется биологическая экспертиза из дела 82. Вещественное доказательство описано в протоколе осмотра места происшествия и в отдельном протоколе осмотра вещественного доказательства. Да. И я хотела бы, чтобы суд просмотрел видеозапись, которая является приложением к протоколу осмотра места происшествия. Понятно. Будут возражения? Нет, Ваша честь. Ирина Алексеевна, будьте любезны, помогите нам с воспроизводством видеозаписи. Оперативная группа прибыла по вызову в 18:45. На месте преступления обнаружен труп хозяина квартиры. Предположительно, смерть наступила в результате серии ударов тяжелым предметом по голове. Следов борьбы нет. Скорее всего, погибший в момент нападения на него спал. Убийца! Убийца! Ваша честь! Я бы хотела еще раз обратить ваше внимание, как видно на пленке, преступление было совершено жестокое. В момент нападения потерпевший спал. Ваша честь, я хотел бы тогда обратить внимание, что есть документ, который приобщен к материалам дела. На странице 12 обнаружено в крови убитого 4,6 промилле алкоголя в крови. Это состояние тяжелейшего алкогольного опьянения. А я, конечно, прошу прощения, но у нас пьяное забытье никогда не считалось, да, сном и беспомощным состоянием. Да, и изрядно выпил потерпевший. Ну, в общем-то, изрядно. Суд вызывает свидетеля Воробьева Павла Дмитриевича. И педагога, пожалуйста. Свидетель Воробьев.
Павел Дмитриевич Воробьев, правильно? Да. И это ваша матушка? Да, это моя мамочка, а это моя бабушка. Валентина Сергеевна Добрынина, правильно? Вы педагог, и, насколько я понимаю, у вас высшее педагогическое образование, а в школе вы работаете 21 год. Все точно, да? В качестве педагога вы должны следить за тем, чтобы несовершеннолетний свидетель чувствовал себя комфортно, а мы не задавали ему травмирующих, шокирующих, неприятных вопросов. Понятно, да? Ну, хорошо. Что вы можете, Павел, рассказать нам о семье? Только надо говорить правду. Ваша честь, я все вам хочу рассказать, но я очень боюсь. А чего вы боитесь? После того, как папа умер, а маму посадили в тюрьму, меня забрала бабушка. А Сашу, это мой братик младший, она его оставила, говорит, что только я ей родной. Не захотела его забирать. А Сашу надо забрать, я это знаю. Мой брат. Пашечка, да миленький, что ж ты говоришь? Ксения Ивановна, пожалуйста, соблюдайте тишину. Если вы мне, ваша честь, дадите честное слово, что я к ней не поеду, я вам всю правду расскажу. Правду надо говорить. А почему вы к бабушке ехать не желаете? Потому что я боюсь. И мне бабушка сказала, чтоб я не говорила, что у нас было все хорошо. А я хочу сказать только правду. Павлик, миленький мой, ну что ты? Ну что же, расскажите правду, что вы знаете. Папа бил маму. Они постоянно ругались. Ну, не хотел. Мама, она его лечила, но у нее ничего не получалось. А вас папа не трогал? Нет, меня папа не трогал. А он, к младшенькому как относился, он к Саше? Папа меня вообще замечал, но он меня не трогал. А младшего братика Сашу, как будто его и вовсе не было. Не Павлик, трогал, миленький, ну что же ты так порядку, говоришь Ксения про Ивановна, папу? Порядку. А вот 16 декабря 2004 года, вот в этот страшный день, ты где был? Я в этот день гулял на улице. Вернулся, вижу, у нас милиция. Я переночевала у соседки, не захотел идти домой. Вопросы будут с милицией? У вас? Нет вопросов, считаю, объективные показания дают свидетель. Спасибо вам большое. Нет у вас замечаний по допросу? Нет замечаний. Тогда, пожалуйста, проводите мальчика из зала судебного заседания. Суд вызывает Сергея Владиславовича Заренко. Свидетель Заренко. Здравствуйте, свидетель. Встаньте за кафедру, пожалуйста. Здравствуйте. Сергей Владиславович Заренко, риэлтор, и вы сотрудничаете с благотворительным фондом «Семья». Да, ваша честь. Кого-то из присутствующих вы узнаете? Да, подсудимую Ирину Васильевну Воробьеву. А где и при каких обстоятельствах вы познакомились? Извините, ваша честь, я должен кое-что объяснить про нашу фирму. Мы работаем вместе с фондом и занимаемся кредитованием малообеспеченных граждан, а также подбираем разные приемлемые варианты размена. Вот Ирина Васильевна к нам обратилась за помощью. Государственный обвинитель, прошу вас. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, она обращалась за помощью. Она хотела квартиру разменять? Ирина Васильевна пришла и рассказала, что у нее двушка, но очень плохая. Муж и двое детей, один инвалид. И что она хочет развестись с мужем и выйти замуж вновь за другого человека. Но ее сдерживает квартирный вопрос. И вот она интересовалась, на что может при размене претендовать? Нет, она только хотела, чтобы мы подсказали, как сделать так, чтобы мужа выписали и проконсультировали ее насчет ее прав в этой квартире. Вот поподробнее расскажите. Она говорила, что у его матери есть отдельно большая квартира, и можно ли мужа туда выселить, так как дети остаются с ней. Интересно, как это можно из-за квартиры? Ты же знаешь, что эту квартиру, сволочь ты, подарила же я ему, а ты ее делишь. Ксения делишь, Ивановна. А ему вообще Ксения ничего. Ксения Ивановна, если вы позволите себе оскорблять подсудимую, я вас оштрафую. Ваша честь. Прошу вас. Сергей Владиславович, скажите, пожалуйста, а вот в таких ситуациях еще обращались к вам женщины? Вы знаете, женщины обращаются, к сожалению, чаще, чем мне хотелось бы.
Понятно. Вот со сложными, да, ситуациями? Да, ну помочь им, конечно, я рад, но не могу. А скажите, как они этот вопрос решают? Убивают там? Вы знаете, все по-разному, но до убийств, по крайней мере, никто еще не доходил. Ну вот, что и требовалось услышать. Так не убивают из-за квартиры, чтобы потом милицию самой вызывать. А я вот услышал, например, что корыстный мотив-то как раз и прозвучал. Неоднократно квартирный пытался разменять прозвучал. Квартиру. Не просто разменять, а еще мужа выписать, чтобы вся квартира осталась ей здесь. Уважаемые коллеги. Давайте оставим пререкание до судебных приемов. Да, Ваша честь. Правильно? Вопросы к свидетелю будут? У меня нет больше. Нет вопросов, Ваша честь. У вас не будет. Благодарю вас. Спасибо вам за показания, но пока не уходите, сядьте, пожалуйста, в первом ряду. И давайте послушаем Ивана Андреевича Ивняка. Пригласите его. Свидетель Ивняк. Надо дойти до такого нахальства, чтобы Хахеля в суд привести. Ксения Ивановна, пожалуйста, к порядку. Это суд вызвал свидетеля. И ваши слова граничат с оскорблением суда. Итак, Иван Андреевич Ивняк, правильно? Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, вы близкий друг подсудимой? Надеюсь, я будущий муж. Вопросы адвоката. Да. Скажите, пожалуйста, вот Ирина что-то рассказывала вам о муже, о том, как он к ней относится? Да, рассказывала. Что пьет он? Жили плохо, ссорились часто. Уйти ей некуда. Не любит она его, терпит ради детей. Ушла бы. А когда я признался в своих чувствах, она заплакала и говорит: «Если только ты знал, Ванечка». Угу. А скажите, пожалуйста, вот... Как вы думаете, что имела в виду Ирина, если бы ты знала? Так думал я, что она... Думал, детей. Саша-то болен. Но я сказал, я Сашу заберу и усыновлю, и точка. Больной, здоровый, а отец ему нужен. А муж, я так понимаю, ничего не делал для детей. Ну, конечно. Как вы можете разбираться в чужой семье вообще? Они прожили много лет, у них двое детей. А вы разрушили, в результате погиб мой сын. А вы будете ли мужем, неизвестно каким, и спасибо будете ли вам, вы любите чужих своих детей? Подобного. Ксения Ивановна. Да, один ребенок из которых пожизненно болен. Спасибо за выступление, Ксения Ивановна, только сейчас не вовремя. Будет еще возможность сказать речь. Разрешите вопрос? Да, извольте. Скажите, пожалуйста, а вот подсудимая рассказывала вам о том, что ее муж бьет ее и насилует? Ирина? Да вы что? Но она мне такого не говорила. Но если бы сказала бы, я сам бы с ним разобрался бы по-мужски. Скажите, а вот... Успокойтесь, пожалуйста. Скажите, вот а где вы хотели жениться на ней? А где вообще вот с новой семьей жить-то планировали? Ко мне в Суздаль. Там к родителям. Там дом старенький, красивый очень. И родители у меня еще крепкие. Да ничего, лишь бы все вместе были. Ирина, я Сашу завтра заберу с больницы, отвезу его к родителям. Там воздух свежий, и уход за ним будет хороший. А про побои зря ты, конечно, сказала. Очень зря. Если больше вопросов нет, то Иван Андреевич может сесть. Спасибо вам за показания. И вызывается госпожа Лавочкина. Свидетель Лавочкина. Здравствуйте, свидетель. Проходите, пожалуйста, за кафедру. Людмила Петровна Лавочкина, правильно? Да, там предупреждаю вас о том, что дача ложных показаний и отказ от дачи показаний преступны. Это вам понятно? Да, Ваша честь. Вы соседка семьи Воробьевых. Да, Ваша честь. И про их семью я все знаю, мне все известно. Начиная с самого первого дня, как только они поженились. Разрешите вопрос? Да, да. Ну вот расскажите нам об отношениях в семье Воробьевых. Да вы знаете, ну, жили как все. Нет, не ругались они. Они тихие были. Вот, ну, как все. Вот, к примеру, мой Петр, как он это самое, так сразу в крик. И начинает, и орет. Соседи милицию вызывают, а он орет. Ой, а Дима, нет, Дима тихий был. Он никогда громко не кричал. Так что хорошо они жили. Часто вы видели погибшего пьяным? Ну, вы знаете, наверное, как положено, ну, по праздникам, ну, кто же не пьет? Ведь мужики, известное дело, как праздники или выходной, им всем выпить надо. Так же, Ваша честь. Ну, а без этого они ничего не могут делать. Я вот в ЖЭКе работаю, так у нас слесаря, они без подогрева и кран-то чинить не смогут. А Диму,
Нет, Диму алкоголиком не назову. А скажите, а семья как семья. Вот подсудимая ваша соседка жаловалась, что вот он ее бьет часто. Ой, да что такое бьет, господи боже мой. Вот у меня Нюра сестра, вот действительно ее муж калашматит каждый день. Она вся в синяках ходит. А и то радуется, говорит, любит, раз бьет. А Иру никогда не видела в синяках. Никогда. Людмила Петровна, очень интересно это про Нюру. А все-таки скажите, вы знали о том, что погибший поднимал на жену руку? Ой, боже мой, ну разве это он бьет ее? Ну это ж, может быть, ну пару раз стукнул. Ну так это ж для науки. А моя подзащитная вам жаловалась, что муж насилует ее? Ой, господи, да в своем ли разуме вы? Ну как это муж насилует жену? Насилует маньяк. А муж, он, извините, берет то, что ему положено, по закону. Марина Борисовна. Да, разрешите все-таки вопрос по событиям 16 декабря 2004 года. Вот вечером вы были дома, вот в квартире Воробьевых, может быть, слышали, что происходило? Ну, как слышала? Не все, конечно. Ну, вот слышала, когда уже Ира стала рыдать в голос. Но это часов 6, наверное, было. Да. Вот. Ну, потом милиция приехала. Вот. Потом Паша ко мне прибежал. Ну, потом уже мы Сашу забрали к себе, когда уже выяснилось, что Ира своего муженька-то родного убила. Будут ли еще вопросы к свидетелям? Нет, ваша честь. Нет, у вас... вопросов нет. Спасибо вам, Людмила Петровна. Вы можете сесть. Ваша честь, я хотел бы перед тем, как вызвать другого свидетеля, начать допрос, высказать мнение защиты. Я считаю, что показания свидетеля Лавочкиной, ну, ей стоит только посочувствовать, потому что ее представления об идеальной семье, ну, далеки от истины. Я думаю, что это ненормальная ситуация, когда бьют, насилуют и выпивают. Поэтому я просил бы не учитывать их как то, что была обстановка в семье нормальная. Ваша честь, а я в свою очередь хочу обратить внимание своего коллеги на то, что все-таки оценку свидетельским показаниям суд дает при вынесении приговора. Не нужно опережать события. Женщина что могла, что рассказала. Вот у нее такие представления. Ну, представления такие... Я не говорю, что это хорошо или плохо. Ну, я думаю, что вы бы не стали такое терпеть, почему-то мне кажется. А в подтверждение слов я хотел бы представить заключение доктора медицинских наук, это профессор кафедры детских болезней Стаценко. И вот по результатам обследования и на основании медицинского наблюдения считаю, что детский церебральный паралич, который наблюдается у Александра Воробьева 5 лет, результат травмирования плода во время беременности матери. Именно такие дети рождаются, если систематически мать в течение беременности избивается. Вот да, вам и почему. Она нагуляла его. Пожалуйста, нет, порядок. Будут возражения? Простите, возражения, да. Я считаю некомпетентным такое заключение. Во-первых, беременность была, как я поняла, мальчику 5,5 лет. Это, ну, 6 лет назад. И откуда такие выводы? По крайней мере, вот то, что зачитал адвокат, не позволяет сделать таких выводов, что она была травмирована. Я считаю, что да, к сожалению, может быть поздно, но сейчас эта проблема была изучена. И профессор Стаценко совершенно объективно дал заключение. И к тому, что систематически действительно это продолжалось, у нас также подтверждается свидетелем Вербицким Михаилом Львовичем, которого заключение есть в деле, и я просил бы пригласить его для допроса. Прежде всего, исследование мотивов поступков подсудимой имеет значение для дела, и поэтому заключение Лидии Прокопьевны Стаценко я приобщаю к материалам дела. Что касается господина Вербицкого, вы просите его вызвать в качестве специалиста. Специалист, прошу прощения. Да? Это ваш специалист, да. И явку защиты обеспечил. Нет возражений? Нет возражений. Нет возражений. Постановляю ходатайство удовлетворить. Господина Вербицкого вызвать в судебное заседание. Молодую женщину, мать двоих детей, обвиняют в убийстве ее мужа. По версии прокуратуры, мотив преступления – корысть. Однако в ходе процесса выясняются новые обстоятельства. Что толкнуло женщину на столь страшное преступление? И виновна ли она в нем? Михаил Львович Вербицкий. Михаил Львович Вербицкий, правильно? Да. Так вас заявила защита. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Меня зовут Вербицкий Михаил Львович. Я профессор кафедры семейных отношений НИИ психиатрии. А стаж работы по этой специальности? 12 лет.
13 лет. Компетентность эксперта устраивает стороны? Будут отводы? Да, устраивает вполне. У вас не будет отвода? Сам пригласил. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, что за заключение вы подготовили? Ирина Васильевна Воробьева неоднократно подвергалась насилию и побоям. Об этом свидетельствуют все тесты и реакции пациентки. Женщина боится, когда повышает голос, у нее нервные реакции на резкие движения собеседника и прочие сопутствующие признаки. Согласно экспертизе Воробьева, была признана психически вменяемой. Я со своей стороны считаю, что женщина в полном объеме может нести ответственность за свои поступки. Однако, в момент убийства пациентка находилась в состоянии аффекта, вызванного жестокостью со стороны мужа. Объясните, пожалуйста, что вы подразумеваете под аффектом? Есть аффект, который наступает в результате неожиданного события или известия. А есть второй вид аффекта, тот, который копится годами и наступает в результате, когда уже чаша переполнена. Это вот длительная психотравмирующая ситуация, да? Да. А тут что было? В данной ситуации наша подзащитная испытала именно второй вид эффекта, в результате которого сорвалась, так как длительное издевательство со стороны мужа уже не могла больше выносить. Если больше нет вопросов, то позвольте вас поблагодарить за ваше профессиональное мнение и прошу вас, садитесь. Хотел подзащитного. Да. Позвольте. То есть вы в состоянии дать показания и хотите дать показания, да, зная, что можете молчать, правильно? Да. Слушаю вас. Дима в тот вечер пришел пьяный, полез в холодильник, стал материться, а потом стал звонить матери. Потом медленно-медленно пошел на меня, а я, мне очень страшно стало. А потом он схватил меня за волосы, повалил на пол в коридоре и стал насиловать. А Саша, Сашенька маленький, он стал в своей кроватке, и он все видел. Вам нехорошо? Нет. Глоток воды, может быть? Нет. Ну, продолжайте. И потом он пошел спать. А потом я помню Красное, Диму, себя. Да тебе любого наказания будет мало, убийца. Ты не женщина, ты просто ничтожество. Убила моего сына. Садитесь, Ирина. Чего ж ты мне раньше не сказала, Ирина? Сам бы с ним разобрался. Будут ли дополнения? Нет, у меня нет дополнений, Ваша честь. Нет дополнений. Судебное следствие объявляется завершенным, и мы переходим к прениям сторон. Готовы стороны? Да, Ваша честь. В таком случае слово для поддержания государственного обвинения предоставляется Марине Борисовне Улищенко, старшему советнику юстиции. Ваша честь, ну вот домашнее насилие – вещь страшная, это действительно случается, к сожалению, и, как правило, в условиях неочевидности. Это так называемое латентное, скрытое домашнее насилие. И я думаю, что все-таки факт нашел свое подтверждение в судебном заседании, что она, подсудимая, подвергалась этому домашнему насилию. Вопрос, который суду предстоит решить, это вопрос такой, от убийства, которое она совершила. Я думаю, сомнений нет, это есть улики. Значит, это умышленное убийство, и если умышленное, то простое или квалифицированное, то есть с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Или она совершила убийство в состоянии аффекта. Все-таки я думаю, что вот анализ всех материалов дела позволяет мне сделать вывод о том, что она в какой-то прекрасный момент, когда у нее, в общем-то, засветило что-то приятное в личной жизни, появился человек, в которого она влюбилась по-настоящему, она решила своему мужу за все, так сказать, хорошее в кавычках отомстить. И просто-напросто схватила сковороду и убила его. И был у нее в действиях корыстный мотив. Действительно, она хотела, по крайней мере, вот такими действиями каким-то образом решить свою проблему, завладеть квартирой, которая принадлежала ее супругу. И я прошу, ну, что касается наказания,
Я соглашусь с любым наказанием, которое суд вынесет по данному делу с учетом всех обстоятельств. Со своей стороны прошу признать ее виновной по статье 105 части 2 пунктом Д и З Уголовного кодекса Российской Федерации. Благодарю вас. Да ее расстрелять мало, убила моего сына! Ксения Ивановна, вот как раз сейчас самое время произнести речь. Слушаю вас. Она, конечно, нашла себе нового мужа, дети с ней, а у меня нет больше сына, Садитесь, пожалуйста. Слово для защиты предоставляется адвокату Андрею Геннадьевичу Князеву. Да. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, безусловно, тут есть убийство исключительно в состоянии аффекта. Ни о каком корыстном мотиве, а уж тем более об особой жестокости говорить не приходится. Что я еще хотел бы сказать? Суд, принимая решение, одновременно должен, закон нас обязывает, принять решение о судьбе двух несовершеннолетних детей. Поэтому я просил бы суд быть снисходительным, назначить ей условное наказание и освободить ее из-под стражи в зале суда. У меня все, ваша честь. Благодарю вас. Сына мне кто вернет? Ксения Ивановна, подсудимые, встаньте, пожалуйста. Ирина Васильевна Воробьева, вы имеете право обратиться к суду с последним словом. Ванечка, помоги моим детям. Все у вас, Ирина Васильевна? Да. Садитесь. Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Молодую женщину, мать двоих детей, обвиняют в убийстве ее мужа. По версии прокуратуры, мотив преступления – корысть. Однако в ходе процесса выясняются новые обстоятельства. Что толкнуло женщину на столь страшное преступление? И виновна ли она в нем? Прошу всех встать. Суд идет. Провозглашается приговор. Рассмотрев уголовное дело, Федеральный суд приговорил Ирину Васильевну Воробьеву признать виновной по части 1 статьи 107 Уголовного кодекса Российской Федерации в убийстве, совершенном в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным поведением потерпевшего, и назначить ей наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. В срок наказания зачесть время пребывания под стражей 16 декабря 2004 года. Ввиду поглощения временем пребывания под стражей в предварительном заключении срока назначенного подсудимой наказания, освободить ее в зале суда из-под стражи немедленно. До вступления приговора в законную силу меру пресечения изменить и определить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Настоящий приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения. Прошу садиться. Ирина Васильевна Воробьева, встаньте, пожалуйста. В настоящем процессе не было сомнений в фактической стороне обвинения. Она подтвердилась. Пожалуй, основной вопрос, который стоял перед судом, это были ли продиктованы ваши действия корыстными побуждениями. С моей точки зрения, наведение справок о вариантах размена квартиры, раздела жилья, вам в вину поставлен быть не может. Таким образом, корыстные побуждения суд в данном случае не признает. Это означает, что осудить вас возможно было только на основании части 1 статьи 107, то есть за совершение убийства в состоянии аффекта, вызванного неправомерными действиями потерпевшего. Закон защищает замужнюю женщину от домашнего насилия. Это в XVI веке сподвижники Ивана Грозного написали книгу, называемую «Домострой». И там давался совет жену плетью стегать по вине смотря, и больно, и страшно, и здорово. Но сейчас на дворе 21 век. И, кстати говоря, изнасилование мужем жены тоже карается по закону. Я знаю несколько десятков дел, по которым люди получили реальные наказания за нападение на свою жену, за сексуальные домогательства такого рода. С сожалением констатирую, что вы не обратились своевременно за защитой к правоохранительным органам. Ну вот.
Я разъясню все остальное вообще. Спасибо. И это великолепно. Вам понятен приговор? Да. Копию его вы получите уже сегодня. Потерпевшая, Ксения Спасибо Ивановна. Вам. Вам понятен приговор суда? 10 суток у вас на обжалование. 10 суток. Я не согласна, у меня нет сына. Она сама не была хорошей женой. Ксения Ивановна, я понимаю ваши чувства, но закон не позволяет вам сейчас ставить под сомнение приговор суда. Напишите все в кассационную инстанцию. 10 суток у вас есть, копию приговора вы тоже получите. Но сына у меня не будет. Все вам понятно, Ксения Ивановна. Суд не воскрешает. Суд решает судьбу подсудимых. Она могла, нашла судебное заседание объявляется закрытым.